Купальники новые, это сток, позиция называется Tati Swimwear. Так, марка Basic One, в данном случае размер указан средний M. Полный комплект. Так, далее тоже вот комплект черного цвета, размер на этот раз указан M. Кстати, тоже средним размером получается купальник, примерно 46-48. Здесь у нас 40 размер указан, марка Etam. 44. Так, российский даже есть, 48 российский указан размер. Так, еще один комплект марки Basic One, тоже размер средний M. То есть примерно, наверное, 46. Лот небольшой, весит всего лишь 3 килограмма. Так, здесь у нас комплект размер M. Вот очень много M-ок. Сплошных мало, в основном раздельные купальники. Есть комплекты, есть разнопарки. М-ка, размер средний, вновь. Опять М. Так, Basic One. S-ка. На этот раз размер маленький. Так, М-ка. Это у нас комплект. По поводу бронирования, пожалуйста, пишите, звоните по номеру телефона 8 800 2007 127, звонки бесплатные. Описать можете Эльвире. Так, Элька. Ссылка на ее страничку указана в комментарии к этому видеообзору. И там же, кстати, есть номер телефона WhatsApp. 42 размер указан, европейский. Так, здесь у нас комплект с марки Basic One. Размер M, средний. Так, 50-52. Вот, кстати, очень большого размера купальник, тут сразу видно, что размер большой. 50-52. Так, это комплект. Опять среднего размера, М-ка. Кстати, у нас в группе ВКонтакте появилась ссылка на прайс-лист. Там указаны позиции, видеообзоры, также стоимость, себестоимость, количество вещей. Но если что, вопросы возникают, пишите все-таки. А М-ка, пишите Эльвире, мне можете тоже писать. Так, размер здесь у нас 44-й. То есть купальник получается достаточно большого размера. Да, тоже видно это. Вот они не комплекты, да, только одна часть. Либо верхняя, либо нижняя. В данном случае верхняя. Размер 95D. Так, практически сплошной купальник среднего размера, М-ка. Здесь у нас комплект. Размер маленький, S указан, марка Basic One, ну вот, оторвал наклейку. Золотой купальник, тоже комплект. Размера его только пока не вижу. А, L-ка. Написали, что это L. Размер 38 указан, это S-ка, то есть примерно 44 российский получается в данном случае. S-ка, тоже вот комплект, купальники яркие, это уже беспарный купальник. Размер 36-38, то есть небольшой получается размер. Вот они есть, да, не комплекты. Распаровки. М-ка. Размер средний указан. Здесь у нас 38-й. То есть S-ка. Вот еще один такой же. Тоже такого же размера 38-го. И тут то же самое, по-моему. Да, 30... Нет, здесь даже 36. То есть поменьше немножко. Напоминаю, что эта позиция у нас называется Tati Swimwear. Women's Mix. Новые купальники. М-ка. Размер указан средний. Ну и последние вещи из этого мешка.
весит всего лишь 3 килограмма, то есть слот маленький. Купальник маленького размера. На этом все.